Продолжаем тему сотрудников. Мне и в прошлом, и сейчас приходится нанимать сотрудников. Вообще, я люблю нанимать людей, которые верят в то, что мы делаем, и для них это, правда, цель жизни. Но даже если сотрудник прошел все отсевы HR, бывает, что до меня доходит человек, с которым поговорю 2 минуты, я понимаю, что это не сотрудник мечты. По большому счету, надо еще теперь 5 минут инвестировать в эту встречу, чтобы разойтись, ну и просто как бы закрыть разговор. Понятно, что эти 5 минут жалко. Это у меня 5 минут, а у HR такие часы. И у нас есть решение, которое избавляет от этой ненужной работы и позволяет и мне, и HR работать эффективнее. Что это за решение? Как работает при интервью? Тамара. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Мордвинкина. Проект «Преинтервью». «Преинтервью» — это сервис для работодателей. Он помогает набрать качественный персонал быстро и за короткий промежуток времени. Хочу показать вам 2 резюме. Вот одно — обыкновенное, бумажное, привычное. А вот другое. Вот так выглядит наш интерфейс. И здесь соискатель отвечает на вопросы работодателя. Это отменяет личную встречу с рекрутером. Это эффективный, справедливый, недорогой метод отбора из сотен кандидатов. Как вы, наверное, знаете, для того, чтобы набрать хотя бы 3 сотрудников, надо не менее 10 часов. HR тратит на это время. Если мы применяем видеорекрутинг, то уже экономия 1,5 часа. А если мы посчитаем это за месяц, то это уже 33 часа рабочего времени рекрутера. А если это перевести в деньги, то это где-то 500 000 рублей на маленькой компании. А если это холдинг, то это уже большие цифры, это уже несколько миллионов. Помимо этого, у нас есть хороший кейс компании Starbucks. Они набирали управляющих в регионах и приглашали соискателей в Москву, оплачивая их расходы. После того, как они начали применять программу видеоанкетирования, соответственно, сократили командировочные расходы в 10 раз. Мировой рынок уже оценил видеорекрутинг и активно этим пользуется. Та же Канада, США, Австралия, они используют это по полной программе. В США, например, 80% компаний используют видеорекрутинг. А Россия, наша огромная Россия, это всего лишь 3 компании. Преинтервью, VCV и Skillz. Ну, думаю, у вас в голове вопрос, чем мы отличаемся от наших конкурентов. Технологически практически ничем. Единственное, у нас больше записываются соискатели, и это происходит потому, что они заходят через веб по ссылке и сразу начинают запись. В VCV, например, нужно скачать мобильное приложение для этого. Но у нас есть еще одно очень существенное отличие. Мы выбрали определенную стратегию развития. Здесь, во Фри, мы хорошо изучили рынок и вот пришли к такому выводу. Мы охватываем максимальное количество компаний за счет маленького чека. В нашем случае это 300 тысяч рублей годовой безлимит. Потом увеличиваем маржинальность за счет наращивания функционала. Нам уже доверяют компании. У нас есть 21 платящий клиент, и это крупные игроки рынка. Компания BMW. С нами работает Департамент труда и занятости соцзащиты населения города Москвы. Банки, сетевые компании. Во время акселерации мы попали в 3 тендера. Леруа Мерлен, Эль-де-Батте и Метро. Ну и Снежная королева заложили нас в бюджет на следующий год. Кто все это делает? Наша команда. У нас отличная команда. Основатель, идейный вдохновитель Иван Левченко. У него 13-летний опыт создания компаний с нуля. Размер этих компаний от 5 до 150 человек. Илья, 6-кратный участник и, учесть еще прошу, победитель российских олимпиад по программированию.
любые наши идеи он быстро превращает в коды и как бы делает это очень легко. Я занимаюсь продажами очень много лет и легко выхожу не только на крупные компании, госструктуры, в моем опыте есть даже президент республики. Зачем нам нужны инвестиции? Как я уже сказала, рынок практически созрел, и он готов. Это можно увидеть, глядя на форумы, конференции. Везде идут бурные обсуждения среди специалистов. Появились статьи в Форбсе, в ведомостях. И как еще я могу заметить, у нас начали просто звонить нам компании и спрашивать, что такое видеорекрутинг, расскажите, и мы подпишемся на демо-версию. У нас уже 600 компаний, которые подписались на демо-версию, и мы уверены, что рано или поздно эти теплые клиенты станут нашими платящими подписчиками. Я готова поделиться с вами информацией и рассказать о нашем бизнес-плане, но уже, наверное, индивидуально. Визиток я заготовила очень много. Хочу закончить на позитивной нотке. Даже Роберт Де Ниро устраивается на работу с помощью видеоинтервью. С вами была Тамара Мордвинкина, компания «Преинтервью». Тамара, спасибо. Я думаю, что Тамару тоже вы сможете точно найти по платью, да, сегодня.